С 2014 года фактически мы полностью открыли свои ворота для всех товаров. У нас завози что хочешь, привози что хочешь. И наши производители не конкурентоспособны. Так чем вы выкрашивать попередники? Ну елки-палки. Я бажаю здоров'я усім, хто разом із нами на політека. Сьогодні мій співрозмовник, народний депутат України з фракції Слуга народу та член комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко. Пане Олексію, доброго вам здоров'я. Добрий день, пане Олексію, ну до вас, як до представника владної команди у парламенті, питання, як то кажуть, з народу що влада робить для того, щоб життя українців було кращим, щоб нам всім жилося легше. Такий дуже комплексний вопрос. Это даже тяжело как-то сразу подобрать какой-то ответ, конечно, сделаны то те или иные решения. В целом, сегодня выстраивается та архитектура, которая, возможно, в какой-то обозримом будущем принесет большой эффект для каждого граждана, для каждого гражданина. Потому что там, создание того же бюро финансовых расследований это маленький, но плюс, который потом будет влиять в принципе на инвестиции в нашу страну опять же таки, свободный открытый рынок земли, которого у нас э, никогда не было, у нас все время был какой-то вот этот гибридный черный рынок и очень много решений вот так сразу с головы сказать э, будет большая программа по поддержке аграриев, большие законы, которые будуть модернізувати наш агропромисловий комплекс. Ну, тож от ті от вещи ну, какие-то которые Ну, ви будуть кажете, очень будуть, 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 а але цікаво, що є станом на сьогоднішній день, і зокрема ви сказали про беззріме майбутнє. Беззріме майбутнє це на скільки років? 5, 10, 15. Людям потрібно жити тут і зараз. Так, да, соответственно, Поэтому мы должны думать в первую очередь по поводу того, чтобы очень активно все эти реформы воплощать в жизнь. Кстати, одна из тех реформ, которую мы должны сделать, это судебная реформа. Потому что на сегодня там, мы понимаем, что любые инвестиции, которые заходят в Украину, они фактически защищенные. И опять же таки, те все... 3 миллиарда иностранных инвестиций, откуда они приходят? Это в основном Кипр и БВИ, британские и Виргинские острова. То есть фактически это офшоры и это деньги, которые отсюда были выведены, они просто реинвестируются таким образом в Украину. Это огромная проблема, потому что ни один иностранный инвестор, который реально готов строить заводы или готов создавать новые рабочие места, он не хочет инвестировать в страну, в которую он не будет понимать, что, ему, что его не защитит суд. Потому что та же Италия, та же Испания, посмотрите на них, у них там частная собственность, это святое. Она, у них не было национализации в той же Италии даже во времена там, Второй мировой войны. А у нас настолько разное законодательство, нет стабильности, нет какой-то судебной системы, которая тебя защитит. И это вот такие вот шаги, которые нужно сделать в самом ближайшем будущем. Я уверен, что если вы спрашиваете, что нужно делать, потому что действительно людям нужно жить сейчас, Uh, в первую очередь нужно создавать рабочие места. Как мы можем создавать рабочие места как власть? Мы можем только стимулировать иностранный бизнес заходить в Украину, мы можем uh, стимулировать наших бизнесменов инвестировать сюда деньги. И это один из тех немногих возможностей, которые uh, будут создавать рабочие no, места. Ну, фактично, пан за два работу. года кого вы простимулировали? Uh, uh, ну, почему? Смотрите, был, допустим, принят закон про инвест -сня. Я считаю, это достаточно фундаментальный, сильный законопроект, который все-таки защитит иностранного инвестора. Вы же понимаете, там всю бюрократию, с которой сталкивается любой человек, который хочет куда-то вложить здесь деньги, это огромные коррупционные какие-то риски, это бюрократия, проблема с сетями, проблема с налогами, проблема с ввозом сюда любого оборудования. И этот закон как раз это все урегулирует. А нагадайте, когда его ухвалили? По-моему, несколько месяцев назад, может быть, два месяца назад. Это так, один из свежих законов. Я вам точно не скажу там, дату его принятия, но это было недавно. А скільки было инвестовано в украинскую экономику за 2020 рік? Вам відомо? За 2020 рік у нас снизились иностранные инвестиции прямые, но тут объективно Наскільки? есть же. У нас, по-моему, если не ошибаюсь, у нас до полтора миллиарда упали иностранные инвестиции. И упали почему? По одной простой причине коронавирус. Ну, объективно все стояло. Если вы помните котировки нефти, да, когда там только было начало коронавируса, когда она там доходила до отрицательной стоимости, а, да и, в принципе, иностранные инвестиции снизились во все страны, но ну, кто будет а, вкладывать деньги, когда ты не понимаешь, в общем, мир будет существовать или не будет, в каких он границах будет существовать, что будет. Тем более, там, в апреле, в мае и в июне месяце не было понятно, будет ли придумана эффективная вакцина, насколько коронавирус, насколько мир впадет в экономическую депрессию, что вообще будет. Потому что вся ситуация, которая была весной, она была похожа на, там, очень плохой фильм ужасов, когда не было понятно вообще, что но дальше Апокалипсис. Так, глобальный апокалипсис, поэтому, конечно, они снизились. Но рекордное количество инвестиций как раз-таки было в 2019 году с момента прихода Зеленского. Тогда в нашу страну начали инвестировать и в нас поверили. 3 миллиарда за 2019 год. То есть это был такой к инвестиции, а не маленький струмочек, так? Это в любом случае мало. У нас огромное количество возможностей, которые мы не используем. В том же, в том же АПК. Потому что сегодня мы экспортируем исключительно сырье, но и мало того, есть та же проблема украинская, когда там, у нас наш климатический пояс, он сдвинулся на 200 километров наверх. То есть фактически те зоны, которые раньше считались пригодные для сельского хозяйства, для ведения сельскохозяйственной деятельности, они там сегодня уже засуха, и нужно думать по поводу полива. Если в Советском Союзе было 2,5 миллиона гектар земли под поливом в Украине, то на сегодня у нас осталось только 450 или 500 тысяч гектар по разным сведениям разные цифры около около 500 тысяч гектар земли, которые под поливом, а на самом деле у нас же есть шикарные земли Николаевской области, шикарные земли Одесской области. Вы помните в этом году, сколько было даже было, по-моему, два случая суицида в Одесской области, когда фермера не могли вытянуть кредиты, но ну, вот к сожалению так происходило, поэтому Полив сможет э, дать нам дополнительные возможности выращивания сельхозпродукции на юге нашей страны. Опять же-таки, э, закон, который был принят по поводу снижения ставки НДС для э, переработчиков, это тоже плюс, потому что это будет стимулировать наших переработчиков. И вот такие какие-то маленькие помощи от государства, они дают огромный эффект. Посмотрите, когда-то... Это последнее последнее скажу факт. по поводу этого. Когда-то Украина, там, условно 10 лет назад, ввела пошлину на семечку, на экспорт семечки. И у нас начала, начались расти инвестиции в переработку, в маслоэкстракционные заводы. И сегодня Украина топ-1 в мире по экспорту подсолнечного масла. Вот такая одна маленькая помощь, которая дала вот такой вот толчок для огромной отрасли. А сколько у нас пляжка Оли что вы знаете? пляжка Оли? Ну, у меня покупками занимается супруга, поэтому пляжку Оли я вам не могу сказать, но на Фобе в этом году цена растет, в принципе, на подсолнечное масло, потому что не урожай, многие страны думают по поводу продовольственной безопасности и... Доповнітельна об'являється про закупку нових нових партій для того, щоб загрузити свої склади. Ну, от зокрема про ціни ми з вами ще поговоримо. Дивіться, проблема бідності вона залишається вкрай актуальною для України. Зокрема, за даними інституту демографії, от Елла Лібанова сказала про те, що рівень бідності в Україні перевищує 50% А у вас є в парламенті монобільшість, якою б вона не була, крихкою чи не крихкою, Вона є є. Президент з безпрецедентним рівнем кредиту. Довіру є уряд, який зокрема ви призначили. Що було конкретно зроблено задля того, щоб рівень бідності в Україні почав знижуватися? Коли він почне знижуватися? Люди продовжують виїжджати, тому що, ну знаєте, нашу розмову зараз будуть слухати люди. Там чують там про стимулювання. У нас буде, буде, буде. А люди хочуть виїжджати вже сьогодні. Вони остаточно втратили надію. Да, это, що пропонуєте? Це огромна проблема. Ну, по-перше, була піднята мінімальна заробітна плата, ні существенна, тим менше. Насколько? Это будет опять же таки стимулировать все таки все -таки людей оставаться здесь. Ну на скольки Я... подняли зарплату? До 5000 тысяч минималку. А было? 3, если не ошибаюсь, 3,700 или 3,600. Тобто, тобто ви думаєте, що тисяча гривень з хвостиком а, вплине або буде таким рішучим моментом вплине на людей залишатися нет, в Україні? Ні, боротьба з бідністю – це ж проблема комплексна. Ще раз, проблема проблема бідності, проблема нашої країни – це відсутність робочих місць. Что такое отсутствие рабочих мест? Отсутствие рабочих мест ⁇ это когда э, в страну никто не хочет инвестировать. Почему? Еще раз, мы возвращаемся назад. Почему никто не хочет инвестировать? Вот предположим, вы инвестор какой-то немецкий, наш, без разницы, у вас есть 100 миллионов долларов, вы хотите тут построить завод, вложить 20 миллионов долларов. Вы вложите? Нет. А зачем вам сюда вкладывать деньги? Вы понимаете, что налоги здесь на уровне европейских стран. Вы понимаете, что ваши инвестиции никогда не будут защищены, потому что какая-то какой-то там барышевский суд может э, там выдать ухвалу по поводу того, чтобы заарештовать ваши майну без no, ну, абсолютно Абсолютно на Не прогнозируем. Но no, есть великий <плот> риск, что мы зовут просто тендер Точно так же, да, что у вас там завтра, или что вам завтра пришлют уголовное дело с финансирование терроризма и передадут ваш завод в арму, а дальше разбирайтесь, как хотите с ним, и управлять будет какая-то другая компания. Поэтому вот это все, и, и из-за вот этого всего у нас и бедность, потому что я часто общаюсь там с представителями всяких бизнес-ассоциаций, которые приходят к нам на комитет, я, я последнее время слышу, так, а зачем нам инвестировать сюда? Мы лучше вложим деньги в Словению, вложим деньги в Чехию, вложим деньги в ту же Словакию, когда там, во-первых, у тебя нету квот там, а во-вторых, когда у тебя нету, у тебя есть прогнозируемость, и второе, третье, это когда у тебя государство помогает, оно дает тебе сети, оно дает тебе газ, дает тебе свет, оно помогает тебе во, всей, во всеми там бюрократическими этой волокитой. Это все нужно сделать нам. Это вот та архитектура, которая не делалась у нас на протяжении долгого времени. И любой инвестор там весь госаппарат рассматривал любого ну, инвестора за просто роки, как подаить. Это первый раз, я имею в какие-то вот, конкретные там, для бизнеса, бизнесу стало легче. Да, смотрите, я могу сказать, что делается. Первое, было принято Бюро финансовых расследований. Повторюсь, что такое Бюро финансовых расследований? Это орган, который будет заниматься всеми экономическими преступлениями. То есть не будет теперь экономики у СБУ, у нацполиции, у каких-то еще других организаций. Там не будет налоговой милиции. Фактически Фактически вы, как предприниматель, будете контактировать исключительно с БФР. И они будут это под огромным Это не новый присмотром. орган, который будет кошмарить бизнес. Нет, это не новый орган, который будет кошмарить бизнес. Второе, что будет делаться, это реформа службы безопасности Украины. То есть в том неэффективном виде, когда, службы, когда там некоторые представители службы безопасности где-то пытаются заработать или где-то находятся не на тех местах, на которые им надо, тоже так не будет. Закон был проголосован в первом чтении, будет проголосован во втором. Закон про инвестнянь. Насколько я понимаю, то в ближайшей перспективе мы примем налоговую амнистию. Это то, те законопроекты, которые на днях подал э, Владимир Зеленский. Это очень важно, потому что фактически еще раз, вот то законодательство, которое у нас есть, которое про, про там запобегание, ведмыванию коштов и всякие там финансовые мониторинги, они слишком сильные, слишком, слишком затянуты гайки для нашей страны. То есть нету, никто не предложил бизнесу, никто не предложил каждому человеку, смотри, вот давай, Обнуляемся, ты показываешь все, что у тебя было до этого. Мы не задаем вопросы, где оно заработано. Ты это показываешь, ты можешь этими деньгами распоряжаться. Но все остальные деньги, которые ты заработаешь, ты должен очень там скрупулезно декларировать. Такого не было. То есть, фактически, мы не давали никогда возможности новым деньгам, даже внутренним каким-то ресурсам зайти на наш рынок. Именно поэтому это важный законопроект. Почему уже за это и ваш прогноз? Тут э, все, что мы скажем, это, знаете, будет как монетка, там орел или решка. это ну, 6,99 захватило и Смотрите, Ну, у нас кто-то говорит, что у нас там второй ВВП находится в тени. Кто-то говорит, что это абсолютно разные экономисты, при том очень там такие фахови, называют абсолютно разные цифры. Кто-то говорит еще раз, что у нас там целый ВВП в тени. Кто-то говорит, что у нас 50% нашей экономики в тени. А я слышал мысли, что да, но это все преувеличение. с Максимум 20% экономики в тени. Никто не знает. Поэтому мы, мы же не можем а посчитать... А не нам можно сколько... Абсолютно нет. А как вы это посчитаете? Как вы посчитаете тень? Вот то, что находится там где-то где сзади. Вы можете примерно делать какой-то прогноз. По моим каким-то подсчетам, я думаю, что у нас где-то плюс-минус второй ВВП находится в тени. Потому что вы объективно понимаете, что с теми налогами, с той налогой ну, конечно, потому что еще раз, потому что с теми налогами, которые сегодня у нас есть, с ними невозможно работать. Мы не конкурентны. В тот момент, когда там Европа пытается как-то снижать налоги, пытается датировать своих производителей, пытается устанавливать какие-то квоты, пошлины и так далее для тех, кто ввозит что-то в, в, в зону Евросоюза, мы наоборот с 2014 года фактически мы полностью открыли свои ворота для всех товаров у нас завози что хочешь у привози что хочешь и наши производители не конкурентоспособны кстати один из законов которые мы недавно проголосовали это по легкой промышленность это тоже что просила отрасль это унификация по тканям потому что допустим что что было до этого вы завозили ткань и таможенник мог сказать так господин ведущий. Вот смотрите, у вас здесь ткань вот такая стоит, ну, там, допустим, 40 долларов, mm -hmm. а вот это стоит 100 долларов. Вы с какой хотите платить налог? 40 долларов или со 100? Вы говорите, конечно, с 40. Ну, тогда давай как-то думай, как ты будешь платить 40 долларов. И это неправильно. Давай вырешивать пытание. Давай вырешивать пытание. Мы все должны коррупции, нормальная, а такая ситуация складается? Нормальная, а... Должна быть нормальная коррупции. унификация, низкие mm -hmm. ставки. И опять же таки, это то, что действует во многих странах. У нас должна быть беспошлинный ввоз для любого оборудования временного, не временного, но это плюс, это инвестиции в нашу страну, потому что порядка 70% наших основных ресурсов, вот то, что стоит у нас на заводе, оно сношенное. Очень многие заводы работают на оборудовании, которое там 70-х, 80-х годов, в лучшем случае 90-х. И это все надо модернизировать, все нужно менять, потому что оно уже неэффективно. Кстати, а укр... будовать новые заводы, фабрики? Конечно. Есть такие планы. Конечно. Оно должно происходить. Посмотрите, у нас куча отраслей. И еще вот это Посмотрите, вы так, вы так задали вопрос, да? А, вот сразу вам пример тоже. А, у нас целая спиртовая отрасль до нашего прихода во власть, она была монополизированная. Вот представьте, Украины огромный потенциал в экспорте того же биоэтанола, в экспорте спирта. Мы можем вывозить его в Европу. А кто монополизовал? Государство. У нас был у нас была корпорация, ну сейчас там остается корпорация Укрспирт, которая фактически была собственником всех тех предприятий, которые спиртовых предприятий, которые были в Украине. Нонсенс, ни в одной стране мира такого нету, ни в одной. Поэтому ну, мы крайне парадоксы. Да. Ну вот это и, и есть парадокс. Как? Почему спирт должен быть стратегический? стратегическим продуктом. Но это же абсурд, абсурд. Смотрите, сегодня там порядка... Я просто тут в цифрах, я не скажу, я, я остановился на цифре 10, когда 10 спиртовых заводов уже было продано. И это классно, потому что там будет частный инвестор, он будет инвестировать деньги, будет там производить реально белый законный спирт, будет его экспортировать. Проблема биоэтанола, она не решена, но она в ближайшей перспективе должна быть решена, потому что вся кукуруза, которую мы собираем, мы продаем ее просто как сырье, вот просто комодити, а можем ее перерабатывать на спирт, на, на биоэтанол. Это же классно, классно, плюс для экономики, рабочие места, плюс ВВП и так далее. И, и таких сфер их огромное количество, поэтому нам, к сожалению, достались... Досталась только страна возможностей без э, построенной архитектуры для того, чтобы сюда реально заходили инвестиции. Еще раз, у нас суд реформировался, когда у нас судебная система имени Петра Порошенко началась? По-моему, 15 у нас суда, год. Мы реформа, или 14 мы суда, мы год, каждая власть, никто не довел до ума. Никто суды как были коррумпированы так и остались. Я верю, что есть хорошие порядочные судьи. Я верю, что их надо стимулировать, и их надо оставлять. Но посмотрите, получилось же Но все равно в целом с полицией. По сферу, посмотрите да. на новую полицию. Она же кардинально отличается от тех же гаишников, которые были. Это уже абсолютно другие люди. Почему у нас должно не выйти то же самое сделать с судами, когда у нас будут нормальные судьи? Которі не будуть виносити якісь корумпіровані рішення, или там в угоду якомусь олігарху, а будуть дійсно чесно справедливо працювати. і от этого буде форміруватися наша любов. Ви знаєте сьогодні у нас перший день весни? Хочу запитати про посадки. Але от не знаю, запитувати чи ні, тому що весна прийшла вже яка друга чи третя, а посадок все нема. Але Бог з тими посадками. Давайте говорити про більш прикладні речі. з 1 березня в Україні зростають в середньому не в середньому а зростають у нас пенсії, а в середньому вони зростають на 300 гривень. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Скажіть, будь ласка, це те покращення нашого життя вже сьогодні, на яке ми всі заслуговуємо? 300 гривень. Серьезно? Нет, 300 гривен это мало, это недостаточно. Точно так же, как недостаточно. А что вы сделали для того, чтобы было достаточно? Как недостаточно. Ну, тут мы опять же таки возвращаемся туда, откуда мы пришли. У нас в этом году у нас дефицитный бюджет, дефицит достаточно большой, порядка 300 миллиардов. Это много, потому что это там, фактически треть нашей доходной части. Но альтернативы нет, потому что нам нужно этот типичный посткризисный бюджет. Деньги для того, чтобы найти денег, для того, чтобы поднять пенсии там, на уровень 6-10 тысяч гривен, в этом году нет. Вот у нас должен быть короткий промежуток времени для того, чтобы в следующем периоде мы смогли уже поднять а, пенсию до таких, я не говорю европейских размеров, я говорю хотя бы до человеческих размеров, чтобы люди могли выжить. Потому что, смотрите, у нас 5 миллионов населения выехало с 2014 года. 5 мільйонів робочих це ті, хто могли здавати робочі місця, хто мог би платити е, ЄСВ, ті хто, ті, хто фактично будуть надію наших пенсіонерів, які сьогодні виїжджають. А скільки і повернулося? У нас... ну, Володимир Зеленський в раційній промові казав про те, що, мовляв, дорогі українці, повертайтеся, будемо створювати mm -hmm. всі належні умови. Ну, от буде в травні друга річниця ну, з дня інавгурації Володимира Олександровича. а скільки повернулося? Я не могу сказать цифр, сколько вернулось, но действительно какого-то массового при, там, приезда назад наших зейробитчаных не было, но ну, не Мы было по объективным, ну, ну не было по объективным причинам. Есть какие-то вещи, которые там действительно большой проблемой стал коронавирус. Но это, вы думаете, бы не было коронавируса, блюдо если, если бы не было коронавируса, ну, это так, это если. А, у нас было бы больше времени для того, чтобы внедрить реформы. Рада на протяжении нескольких месяцев, я даже, наверное, бы сказал полугода, фактически работала в каком-то полу режиме. Если вы помните, у нас были ситуации, когда в Раде там, по 15, по 20, по 30 человек одновременно болели коронавирусом, при том кто-то там в сложной форме. Объективно не будет собираться Рада, когда у тебя там 20 человек э, потенциально или кто-то потенциально может быть переносчиком, потому что вообще в принципе потом все заблокируется. Если там помните, какую там весну весну мы работали, по-моему, несколько заседаний было. Летом это было немного заседаний. Опять же, таки осень была такая э, тоже. Поэтому эта проблема не хватило банально где-то времени. А, я думаю, что вот старт, который должен быть, он должен быть вот уже сейчас. И э, сейчас эта задача для нас номер один для того, чтобы вернуть наших граждан, потому что мы все это понимаем. Сегодня на одного пенсионера, на одного работающего приходится там чуть меньше одного пенсионера. Когда это будет один к одному, это будет э, уже совсем. А, очень плохо, потому что пенсию да. фактически будет платить нечем. А вот на вашу думку, и, пан вот и все... людей надо возвращать. А вот минимальная зарплата, минимальная пенсия, какую повинна быть в Украине? Минимальная заработная плата, ну, минималка должна быть хотя бы на уровне 350-400 долларов. Вот я считаю, что это такой примерный минимум, который должен быть для того, чтобы люди выжили. Но это же тоже вопрос, если мы сейчас... Можно сейчас поднять минимальную заработную плату до любых размеров. Можно поднять до 10 тысяч, до 20 тысяч только вопрос того, что а где бизнес будет брать эти деньги, где он будет брать деньги для того, чтобы платить налоги, потому что автоматически с увеличением заработной платы увеличиваются же все отчисления, которые платит бизнес, соответственно, у нас просто банально не будет ресурса. Поэтому это вот такой процесс, который надо смотреть немножко еще с другой стороны, со стороны того, что надо стимулировать бизнес Вкладывать сюда деньги. И еще раз говорю: вот та вся архитектура, которая должна была быть построена 30 лет назад, не сегодня. Потому что мы и очень часто мы возвращаемся к тем процессам, которые вот для меня загадка. Они должны были. Еще все это должно было произойти ну, все, 30 лет пішов, назад. 30, 30 лет назад. Да, Кравчук занимался своими справами, кучма своими, Ющенко своими и так далее. Но Опять все, же, таки, наши, наши дороги. Все. Посмотрите, какое количество дорог. На сегодня делается новых. Сколько у нас построено новых трасс? Это же хорошо, хорошо. Что такое дорожное строительство? Дорожное строительство это наша логистика. Мы находимся на пересечении между Европой и между Азией. И, в... и для мы должны пользоваться возможностями. Мы должны пользоваться нашей инфраструктурой. Мы должны инвестировать деньги в порты для того, чтобы они становились больше для того чтобы товар, который заходил в порт, мог по нормальной дороге фура вывести в Европу, это это очень важно. Это опять же таки тоже инвестиции, потому что ни один здравомыслящий предприниматель не будет инвестировать в регион, в который, до которого ты будешь добираться там от основной трассы три часа. А у нас же есть такие регионы Западная Украина, опять же таки там Ровенская область, Житомирская область. У нас же дальше дорог и Колдобины, Алексей, Я э, поддерживаю. потребнее, дорога, но Якщо говорити чесно і відверто, ну це візитівка Володимира Зеленського оцей проект Велике Будівництво. А не можна було б витратити на дороги кошти, ну, бажано не з коронавірусного фонду? Не вже інших джерел не було. Ну, це питання також і політичне, і політтехнологічне. Ви розумієте, про що? Ні, я я абсолютно розумію. Ну, тут же є скільки-то грошей, які могла освоїти наша медицинська система. В короткий промежуток времени. Вот она тот максимум освоила, который был весной. У нас была развалина отбавка сан служб. Ну, почему? Далеко Ты, не не медики, все. ну, далеко, не все это вопрос уже: где, где какой руководитель? Ну, кто с Где какой руководитель? Где какой руководитель? Я, я понимаю, это огромная проблема. Просто это вопрос руководителей, которые находятся и которые, допустим, не выплачивают там Ну, и до коренки, и до плату, или... системы, так. а, а есть сколько-то денег, которые вы можете утилизировать, условно. Вот, допустим, если вам дать там 100 тысяч долларов, вы сможете за денег потратить, допустим. А если вам дать 100 миллионов долларов, вы не сможете просто их успеть потратить, не, не сможете успеть утилизировать. Точно так же с медицинской системой было, когда... Вот она использовала максимум. Мы, мы, посмотрите, сколько было новых коек подключено к кислороду. Фактически мы прошли пик коронавируса так, как, проход, как не проходили многие европейские страны: Италия, Испания, э, та же Германия задыхались, та, та же Великобритания, лежали точно так же в коридорах, абсолютно точно а так вы же. В, не были в районе лекарни? Да был я в районной больнице, когда был последний раз, наверное, в районе реально объективно год назад. в... Детская больница был, наверное, несколько месяцев назад мы помогали с ангиографом. Для... Да, ну это вору, дет, вору, конечно, да. детская больница, и мы якобы. помогали с ангиографом. А, ну районная больница, конечно, все очень печально, потому что а, действительно у нас есть какие-то больницы, которые неплохо выглядят, в которых все неплохо, их очень мало государственные, ну и в основном это строится на энтузиазме руководителей. В регионах все гораздо хуже, тем более в райцентрах. Нет врачей, нет оборудования, нет денег. Действительно, это та медицинская система, которая досталась нам после там, нескольких по лет управления да, определенного да. министра. Это ужасно, потому что на момент, когда начался коронавирус, у нас не было санэпидемслужбы. службы Ну, как таковой, у нас а не было лабораторий. Ну, Сам все говорят по поводу того, что я ликвидировал Лешко, но фактически он же был там в вертикале министра. То есть решение же было, принималось министром. Поэтому а, в любом случае, сегодня она восстановлена. На каких-то первых порах у нас. То ничтожное количество тестов мы могли делать. Просто фактически негде было делать ПЦР-тесты. И это огромная проблема, потому что точно так же у нас не было возможности, чтобы подключать нормально койки к кислороду, не было кислорода, нет инфраструктуры, просто она отсутствовала. То есть многие говорят по поводу Степанова, что Степанов плохой. Многие там рассказывают по поводу того, что и кабинет министров плохой, не так мы прошли эпидемию, как должны были пройти. Реально всем помогали, все, кто кого нужно было госпитализировать, ну, по крайней мере, из того круга общения, которого я знаю, у всех была возможность попасть в больницу. Да, очень часто лежали в коридорах. Да, часто было сложно. Медики действительно работали на износ, просто в каком-то экстра-режиме все переболели ужасно. Но действительно мы прошли эту эпидемию очень намного лучше, чем прошли некоторые европейские страны, которые инвестировали туда десятки миллиардов долларов, и не на протяжении какого-то года или двух у них не было медицинской реформы, а на протяжении десятилетий. Ну, сравните медицинскую систему там, Германии, Но, Италии и, таки, и нашей. Здесь еще такой компаративный анализ. Вы украинскую медицину сравниваете с медициной, Проважнее большинство, с какой там? Италию берете до уваги, в сравнении, да, потому что итальянская медицина в нее инвестировалась гораздо больше денег, точно так же, как в немецкую медицину инвестировалось гораздо больше денег. Там было еще и развито такое понятие, как медицинский туризм, когда люди ехали, оставляли там деньги для того, чтобы полечиться или сделать какую-то пластическую операцию или какую-то плановую операцию, без разницы. А у нас медицина, в которая финансировалась на протяжении 30 лет по остаточному принципу. В нашу науку никто не инвестировал деньги. Наша э, национальная академия наук медицинская все время говорила, друзья, мы можем делать, мы можем делать тесты, мы можем делать много чего. У нас немає інвестицій і не було їх. Вся інфраструктура, яка осталась, це фактично інфраструктура з Советского Союзу. Тому що всегда з бюджету давали деньги на зарплати і ще зовсім трохи на те, щоб ну, просто свести знаете, концы с з В контексте коронавірусної проблематики, те, що я чув від людей, ну хіба держава не могла кожного забезпечити масками? Ви пам'ятаєте, як підскочили ціни на маски на початок пандемії, там, в березні, в квітні? місяці? Ну, це взагалі було, знаєте, Золоті маски да, я були на наповнили. Я понимаю, но были багато було розказів по поводу того, что кто-то эти маски вивезти, да, там, депутаты вивезли или не вивезли? Я объективно... Так вывозили чи не вывозили? Это вопрос было, было расследование правоохранительных органов. Не нашли каких-то... Ну, каких они каких прозвитуют в Верховной Раде. Вы же можете это сделать, как Я понимаю, потому что и у меня были там э, депутатские звернения по поводу того, что действительно были ли в этом в Держрезерве маски или не было. Точно так же, как там мои коллеги делали. По цифрам они говорят одну информацию, там, по факту по телевизору говорят другую информацию. Ну, смотрите, я согласен, что, возможно, у нас в державном реестре лежало какое-то количество масок, которые были там, остались со времен Советского Союза, которые были абсолютно непригодны. В это я верю. Потому что державный наш резерв, если вы помните, не знаю, следите, не следите, недавно была история, когда мыши там съели какой-то там на под миллиард гривен зерна. Все-таки так. Если мыши где-то съели, значит мыши куда-то должны это все после себя оставить. Поэтому где-то, грубо говоря, сходить в туалет этими же там десятками тысяч тонн зерна. Но это же абсурд. Потому что понимаем, что его никто не съел, никакие мыши не съели, что его просто тупо за кэш продали. Все. Это ужасно. Питання хто? Керівники, які там завжди були до цього. Абсолютно всі керівники, які були до цього, вони на на цьому заробили. Це злобна схема. Ну де вони зараз По многим відкриті уголовне виробництво, там, по-моєму, по некоторым по по даже є вирок, по которой. Відкрите кримінальне провадження це недоконаний вид. Доконаний вид, коли а, людина, есть. яка вчинила кримінальне правопорушення, да, сидить вироки, за вратами. Там там є вироки, під ореже резерву є вироки. І поэтому і ще вироки є, вже сидять. Из того, что мы подавали зверинами по всем руководителям, которые были до этого региональных, да, там есть выроки. По а, какое количество точно, я вам сейчас не скажу, потому что я уже эту цифру не помню. По количеству масок, которые там были, еще раз возвращаюсь. То есть я охотно верю, что, наверное, какое-то количество масок, которое было, оно теоретически там могло быть. Вот, возможно, были маски там, Советского Союза, возможно, они были еще раньше проданы за, за наличку, наверное, еще во времена свиного гриппа, той эпидемии, непонятно. Но в любом случае, вы же понимаете, что когда, там, ну вот простой пример, когда у нас, допустим, потребление масок в Украине до коронавируса было какое-то, не знаю, там, условно миллион в год, и тут у вас резко начинается потребность в том, что их стало там, миллион в день. Ну, объективно их не будет потому что где нет логистики нет складов нет производств то есть ну все это надо резко начинать делать начинать производить во первых у нас начали производить наши предприниматели маски я знаю очень многие начали очень оперативно это производить тот же текстиль контакт кстати они запустили у себя линию в марте или в апреле месяце по производству масок притом продавали это фактически по себестоимости это был такое работали как волонтеры и много предпринимателей, которые, вот я просто помню из общения, которые говорили, вот мы там поставили линию, мы поставили линию, государство закупило тогда маски. Сегодня же они не проблема, не проблема. То есть, фактически, такая очень, очень серьезная была нехватка их, наверное, на протяжении, может быть, месяца полтора. Ну и это то время нужно было для того, чтобы их сюда завести, потому что ну, объективно не было. Розумію, пане Олексію, давайте ще про тарифи е, поговоримо. В Україні довелося підвищити тарифи на електроенергію для населення через уже взяті владою зобов'язання щодо розвитку проєктів у зеленій енергетиці. Грошей на це не вистачило, тому тариф для зелених знизили. Але для кінцевого споживача його довелося збільшити. Про це обозрівателю розповіли ви, І, зокрема, я вас процитую. Проблема з різким стрибком ціни на електроенергію має кілька вимірів: з одного боку, це реакція на ту міну уповільненої дії, яка була закладена Попередню владу, були дані обіцянки з розвитку проєктів у зеленій енергетиці, які не були підкріплені відповідними державними е, фінансами. Це ж ваша цитата, да, правда? Окей, а хто не підкріпив державними фінансами і чому? Якщо не ошибаюсь, то у нас 2012 году был введен, е, в 2012 році був введен зелений тариф. Вот тот вот абсолютно нелогічний, абсолютно е, корумпірований, який був? под одного конкретного олигарха под кого? времен под кого изначально это делалось под Клюева так изначально а это было делалось под Клюева когда под его компанию был самый большой зеленый тариф фактически нелогичный по сравнению со всеми развитыми странами. После этого Петр Алексеевич благополучно весь этот зеленый тариф сохранил, и у нас пошли активные инвестиции в зеленую энергетику в 2014-2015 году, когда там открылся доступ. Почему они не убрали? Для меня загадка. Ну, то есть Порошенко Но... такой основной выгодоздобувач. Да, я не знаю, кто там основной выгодоздобувач. Там много же людей, которые сидят в зеленой энергетике. Там не только наши олигархи сидят, там иностранцев куча, которые действительно сидят в зеленой энергетике. И поэтому, ну, проблема, действительно, люди вложили уже деньги. Да. А, понятно, что они пойдут дальше судиться с Украиной где-то в международном арбитраже, потому что мы обещали, мы гарантировали. Мало того, еще и а, там, все эти законы были проголосованы предыдущим парламентом по продлению зеленых тарифов. Надо с этим разбираться, абсолютно я согласен, но тут, тут сложная ситуация, опять же таки, с которой выход должен найти министр энергетики. Я не министр энергетики и не в энергетическом комитете, но вот в тех реалиях, которые есть, там все очень-очень сложно. Во-первых, по зеленой энергетике, во-вторых, по нашей изношенности наших сетей, а там действительно у нас большая изношенность. Второе, по а, доступу к электроэнергии бизнеса, когда у нас действительно, если ты очень часто строишь где-то завод, или какое-то там предприятие организовывал, что просто банально нет доступа к электричеству, либо кабель далеко, либо мощностей, таких нету, поэтому это ой, ой, это не завидую господину ну, Ветренку, вит... который сегодня зашел на должность, потому что... Ветренко профи, на вашу думку? Профиля нет. Ну, не знаю, я, я, я объективно... А вы не поддерживали хорошо... его? Да, я, я второй раз поддержал, я объективно... А первый не, не Нет, первый нет. А что изменилось? Uh, смотрите, первый раз uh, у нас не было никакого диалога, он не встречался с фракцией, это был просто скайп, мое отношение к Витренко, как и к Коболеву, было крайне отрицательным, потому что uh, у меня ассоциация с ними, с этими товарищами была всегда, это там Кадиллак Эскалейд, вот этот государственный, да, mm -hmm. вот это просто я вам говорю, как, как человек, который не был в политике, вот что я слышал про них, Кадиллак Эскалейд, какая-то куча охраны, а, потому что я периодически это Премии. все видел. Премии в десятки миллионов долларов это же просто это нонсенс. Ну, как государственная компания может выплачивать такие деньги? если все равно что депутаты скажут. Слушайте, так а мы же работаем зачем? Мы работаем, чтобы покращить жизнь людей. А вот давайте там от. Не знаю, от каждой поднятой минимальной заработной платы будет какой-то процент на депутатский корпус. Уже же, абсурд, абсурд. Или на министров абсурд, абсурд, Розервуть. абсолютно. Розервуть. Точно так же, как и они фактически. Делают, абсолютно, я согласен. Поэтому точно так же это абсурдно. Наш вопрос и мой, в том числе, который был господину Ветренко, это, слушайте, откажитесь от этой премии. Вы, вам выплатили эту премию, сколько она, 4 или 7 миллионов, сколько эта премия гигантская. Вы не, вы не бедный человек, вы обеспеченный богатый человек. Откажитесь просто от этой премии, отдайте в детдом, в армию куда-то, помогите кому. Оборудование купите в больницу. у нас есть, слава богу, кому помогать. Просто отдайте ей, и за вас рада вся проголосует. Вот действительно скажет, правда покаялся, он ее не отдал. Но ну, это было его уже личное решение, поэтому, конечно, первый раз я за него не проголосовал. Второй раз я объективно понимаю, что уже лучше хотя бы такой министр, Uh, Чим то, що вообще в принципі не буде, ну он пока не міністр, он во Смотрите, от от поясні, тут, чому навіть ліна це на вітренку? Ну, нас інших спеціалістів немає поясніть, Чому вітренко? Ну ну просто очень... у багатьох людей, які да, просто я у багатьох людей, які там цікавляться політикою, ну складається враження, що є такий Юрій, Юрій Юрійович Вітренко, і його думати. треба обов'язково посадити в це крісло всіма правдами і неправдами. Да, я... Навіть ви послуговуєтеся а, певними методами Петра Порошенка, коли щоб призначити пана Лусанка генеральним прокурором? изменяли законодательство. Так чем вы попередники? выпопередники? Ну, елки палки. Смотрите, по э, Витренко я могу объяснить, почему э, именно Витренко, почему, наверное, нету специалистов. Любой, так или иначе, специалист в энергетической сфере, он работал у одного из олигархов. Потому что так сложилось, что у нас все энергетические компании фактически принадлежат нескольким игрокам, которые находятся в самом верху списка Forbes. А любого человека, которого ты не возьмешь на пост министра, он будет ассоциироваться с каким-то олигархом. Но на основе премьер-министра явно ассоциируется с... И, ну, он, он же, ж, кем? Он же ж работал просто в региональном управлении ДТК, а при том еще и не короткий промежуток Но мы знаем, времени. Кому ну, какая разница? Ну, я работал в Sigma Blazer, и что значит, что я человек Sigma Blazer, или кто-то работал еще где-то. Это же не значит, что ты человек чего-то. Это, это же все очень условно. Все где-то работали, вы где-то работали, правильно? Вы же не ассоциируетесь, значит, с кем-то, с вашим работодателем. У вас может быть отвратительное с ним взаимоотношение, допустим. Но... Я же не занимаюсь политикой. Я понимаю, но ну, вот захотите, захотите вы через какое-то время стать народным депутатом, что о, вы на, на каналах работаете, значит, вы человек-то вот нет, почему вот я уверен, что вы там и владельцев телеканалов никогда не знали и в глаза не видели. Ну это, ну так работает, да? У нас каждый не, кто ну, так курьеры на работу то знает. стерильного человека своего. ты никогда не найдешь. какого-то вообще без биографии, no были у нас такие примеры предыдущий кабинет министров люди фактически без биографии с грантовых организаций, no А у вас половина сильно, фракции no Сильно они хорошо сделали вот тот кабинет министров, который был предыдущий. Пришли они к какому-то результату, что-то, кроме там потерь в бюджете в предыдущем году, сделали они, что -то? нет, ничего не сделали. Другую так, вопрос иногда: что кого кто нам нужен, специалисты или люди со стерильной биографией. Поэтому, возвращаясь к вопросу Витренко. Ветренко не ассоциируется ни с какими из олигархов, он нигде не работал, мало того, еще имеет конфликт с Коболевым. Фактически, это будет его сподвигать, находить любую коррупцию, которая была в нефтегазе, и сегодня продолжает там оставаться обличать ее и делать так, чтобы ее не было. Поэтому я считаю, что Витренко в этом плане неплохой кандидат. Плюс еще раз у него нет никаких взаимоотношений ни с одной из финансово-промышленных групп. Как ВО? Я голосовал Точно за знаете, ВО. Точно знаете, что я, нема я не Но ну, ну, вы скажете про не... то, что ну, у него нет связей. Я могу судить. Ну, знаете, Богдан сказал, я зуб даю. Может <свят> и вы свой <свят> зуб, зуб <даете? свят> Нет, Зуб не даю, зуб дорогое удовольствие. А на сегодняшний день потому что импланты сегодня дорогие, поэтому я тут могу сказать, что я... все факторы указывают на то, что, скорее всего, он будет более-менее независим в принятии тех или иных решений. Пока что он и ВО. более-менее независим. Он ВО, он выполняющий обов'язки, он не министр. В любом случае. У него наверх. И все. И он уходит. Ну так хорошо. Так вот по измененному законодательству по новому закону про державную службу фактически он может бац и уйти. Любое его неправильное решение и он уходит на выход. Все. И его не будет. Поэтому я считаю, пусть продемонстрірують результат. Що нам стоїть там дати місяць другий щоб вон був ну, в, в просто такого. знаєте, пане Олексію, що цікавить. Ви ж несете певні не ви конкретно я маю на увазі там фракцію, партію, слуга народу. Ви несете певні ну репутаційні втрати. Ну можливо для вас позиція. Ну, репутаційними втратами більше, репутаційними втратами менше. І так їх ви вже вдосталь назбирали. Що вже особливо це все ну, не врятує. Ну. В этой студии был пан Дубинский, ваш коллега по парламенту ныне, позафракционный депутат. Я запитав, почему Витренко? Он ответил, такого схематозника, как он, надо еще поискать. Ну и тем не менее, они же первый раз голосовали за него, господин Дубинский, если я не ошибаюсь, за господина Витренко. Наверное, поменялось ну, мнение. Треба поднимать Я не уверен, я не буду результаты голосовал пришло. он или нет. Ну... Я еще раз тут повторюсь: смотрите, кого, вот хорошо, давайте найдем какого-то условного дурака, который был бы без биографии, не работал в энергетическом комплексе, а, можно найти даже с какого-то раз какой-то грантовой организации а-ля или сколько у нас, же их много, которые финансируются там с западными партнерами. Или давайте найдем кого-то человека, посадим в кресло министра, и Вопрос того, что в энергетике такая ситуация, мы не Европа, в энергетике такая а, чтобы не сказать грубо, у нас так все плохо, что человек просто с грантовой организацией, он не разрулит это. Ну, объективно. То есть нужен нормальный специалист, нормальный профессионал, который так. сядет и который сможет что-то сделать. Еще раз повторюсь, 2-3 месяца, месяц для Ветренко это, ну, ну, это же не срок. Почему не дать человеку время? Пок... Ну, хочет продемонстрировать? руку, Рик. Я это думаю, это? что максимум это 2 месяца. И любой какой-то, и, и должен быть понятный результат. Плюс, если любое какое-то решение в пользу одной или другой финансово промышленной группы, все, он должен сразу так он уходить. у нас о Чебоевский министр с грудни, если не помиляюсь. Да. Так? У нас сегодня уже березень. Ну, два месяца прошло. Ну, он, смотрите, закон про Держслужбу еще, во-первых, не подписан президентом, это раз. А я потом обновлял, помощь главой Верховной Рады, не подписан. Но и Проблема же в том, что у него не было полномочий с декабря. Я не помню, когда он с декабря месяца, не с декабря, но в любом случае он, он был свадебный генерал. То есть он даже бумажку никакую не мог подписать, зарплату шахтерам он не мог выдать. Просто потому что у него нет никаких полномочий. Он мог приходить, сидеть в кресле, возможно, просить вот секретаря. зачем появится, Так а вы тогда призначали его, если, Ну, по сути, вы призначили людину. Людина повинна, как то кажется, с первого ВО? дня працювати. Так, ну, что, с сначала, дня смотрите, працювати. Провалилось начало голосование за uh, его назначение. Второй шаг до этого был принят законопроект по поводу того, что у нас вообще ВО не может быть. Хотя я считаю, что это неправильно. Uh, и третий момент, это там вот второй раз он провалился, понятно, что он где-то пересиживал как ВОО. Ну, должен же был быть хотя бы кто-то, кто отвечает за энергетику, какой-то же Не может быть просто пустой министерство. У нас, у нас uh, Уляна Супрун была в статусе ВОО, если не поменяюсь, далеко на один рік, да. не один и она как-то не выглядела uh, свадебной генеральшей на посаде До министра охраны здоровья. в тот момент, когда, смотрите, uh, или октябрь, или ноябрь месяц, могу тут где-то ошибиться по месяцам, у нас был принят законопроект по поводу а, державной службы или не державной службы. Короче, какой-то один из законопроектов была зашита норма а, по поводу того, что а, выполняющие обовязки там очень сильно урезаются права, он может назначаться только на месяц, он ничего фактически не может. Это была правка Алены Шкрум. А, она была проголосована, поддержана, законопроект был подписан президентом. И все, фактически это обрубило любые там, пути для какого-то управления выполняющим обовязки. Когда была Ульяна Супрун, у нее было там законодательство, которое позволяло ей фактически делать все. В этом новом законе державную, про державную службу мы тоже очень урезали полномочия ВО. Он тоже находится в определенном, в определенном коридоре. Но, тем не менее, это хотя бы какой-то путь. То есть, еще раз, понимаете, проблема, проблематика того, что если за, мы будем за, искать какого-то человека, да, его да, не процесс. будет ідеального, не буде ідеального ну, міністра Ну, головне, щоб ви не констатували, що у нас є соціальний кадровий голод. Було б бажання знайшли би фахівців і спеціалістів. Пане Лексі щодо тарифів, давайте отак коротко, що очікує людей, які будуть платіжки, тому що ну у нас є за, зараз державне регулювання ціни на газ становили 6,99, Що буде далі? До чого готуватися людям? Тому що у нас знаєте, от відкриваєш інтернет, пишуть про те, що у нас централізоване опалення на гарячу воду, зросте на 16-18 електроенергія. на 38%. Что будет, как дальше жить людям, до чего готовиться нашим спиритчизникам? Uh, на следующий год uh, вот это, вот это фиксированная цена за газ, она будет установлена, наверное, до марта. Uh, после этого будет короткий промежуток времени до следующего отопительного сезона для того, чтобы принять те законы, которые позволят нам все-таки установить цену на газ ниже. Я считаю, я понимаю, что может быть где-то это популизм, но я все-таки считаю, что цена на газ украинского производства, являясь автором закона этого, то она должна продаваться по себестоимости плюс 30%. Я объясню почему очень коротко. Украинский газ, украинская нефть, украинские титаны, украинский металл, оно все принадлежит вам, оператору, мне, всем в этой студии, каждому человеку на улице. Это потому, что наше все, что находится в земле, все недра, они принадлежат народу. Так вот, внимание вопрос. И, кстати, рента ⁇ это платеж народу фактически за пользование этими недрами. Так вот, внимание вопрос. Почему государственная компания, добывая государственный газ народный, должна продавать его по рыночным тарифам? Мне кажется, это неправильно. Поэтому тут И мы должны не, не играть со субсидией, нет, ну это свободный рынок газа. Я считаю еще раз, что вот этот газ, который украинского производства, во-первых, полностью хватит для того, чтобы покрыть всю нужду наших людей. Это первое. Второе, весь остаток, пускай остаток вот то, что, вот то, что мы добыли, допустим, людям продали по фиксированной цене какой-то, все остальное продавайте по рынку, продавайте в Европу, продавайте предприятиям, за сколько хотите. У людей должен быть фиксированная цена. Ну, мы не богатые, мы, мы не, не Германия, не Австрия, не Соединенные Штаты, не богатая мы страна. Да, там может работать рыночные тарифы. У них нормальные зарплаты, поэтому у них и тарифы такие высокие. Ну, Мне кажется, что а, у людей должно быть А почему тарифы возрастают. Б. Чему взрастают настолько и звидки, ну, цена, например, установ, вот установлена 6,99. Пер, первое, это газ. Вот еще раз. Газ должен продаваться по фактически какой-то себестоимости плюс 30%. По электроэнергии это вопрос уже непосредственно к КП и к новому министру, ВО или будет другой, не будет, по поводу установки нормального здравого тарифа. Для того, чтобы люди не субсидировали э, зеленую энергетику. Это очень важно, потому что в противном случае, э, это у нас же тариф поднимается не только для людей, у нас поднимается тариф и для промышленности, что такое поднятие тарифа для промышленности, у нас какая-то часть предприятий будет закрываться. Закрываться нет рабочих мест, соответственно, дальше бедность, дальше выезд за границу. Ну, это так и сказал, Поэтому, Польша ну, Вас дурачи. Ну, это, кстати, одно из, из того, с чем я очень сильно не согласен. Просто опять же таки моему вот, очень коротко, мы ему задавали вопрос на эту тему, вот, вот, зачем вы это говорите. Да, что, говорит? что ну, там объективно была проблема в том, что директор вот этого предприятия, который урановое, да, по-моему, о котором он говорил, а, а, а там огромная коррупция. То есть фактически там очень непонятный отчет, там непонятно, кто получает какие зарплаты, люди вообще сидят на минималках, очень многие жалуются по несколько месяцев за должность, непонятно, кто что... -то... Он говорит, ну вот уже вот, там настолько коррупция, настолько там все плохо, что ну вот, нужно было уже разбираться вот такими методами, ну жестко просто, говорит, ну... ну... Ну, я, так, я а понимаю, это какое-то объяснение. Жорстки, ну, потому повину, что давай, или, или, сказал, или ты делай, или ты делай, или делай нормальное эффективное предприятие, потому что у тебя эффективное предприятие там может быть, урановое. Либо просто, ну, тогда, не знаю, либо уходи. Я, я не согласен с тем, что он говорил по поводу того, что надо закрыть, и тогда, ну, не может там урановая шахта, или там, не знаю, как это там любые наши природные ископаемые, они не могут быть убыточные. Україна, є, там, по, -по каким-то прогнозам, 5% мірових запасів полізних ескапаєвих. Ви розумієте цю цифру? Це дуже багато. Я з вами тут погоджуюся. Не може не та людина, яка претендує на урядову посаду а, ну, в статусі там, міністра, маю на увазі, якщо претендує, ну, в тому числі, от, пан Вітренко, якщо ми беремо його до уваги, казати про те, що ну, їдьте в Польщу. Грубо кажучи, на полуницю. Це, да, не не политику, це не личить політику, це не людині, нет, это, это яка претендує на посаду это, міністра і ба більше я думаю, що ви багаторазово в кулуарах парламенту чули про те, що Юрій Вітранко це майбутній прем'єр-міністр. Я Ні, прем не буде він не буде. по після двох двох раз, двох збитох голосовань. Премьером он уже не будет никогда. Ну, по крайней мере, я думаю, в том составе Верховной Рады, который сейчас есть, да, действительно, слухи ходили. Я подтверждаю, это ходили слухи, когда он первый раз его выносили, что ну, вот, это будущий премьер-министр. За распытание премьерства Юрия Ветренко но и закрытом, правда? Да. Сразу. Я насколько понимаю, у нас еще раз, у нас на самом деле очень неплохой премьер-министр, который сегодня есть. Повторюсь: мы прошли эпидемию. Мир упал, мировая экономика упала на 4,5%, под, под около 5. Мировая экономика, мы упали всего лишь на 4. И фактически в этом году мы можем начать рост. За счет чего мы можем начать рост? За счет того, что Украина экспортно ориентированная страна, мы экспортируем в основном металлы и сельское хозяйство, а цена на них растет, и, соответственно, мы можем показывать рост. Но а, у нас многие... При... Тот же, примір Укрспір да, который був продан, который наче тепер пане при наприклад, велике же на час завершується. Тобто підстав сделано. для відставки уряду Дениса Шмогаля. Ви нету. не бачите, пока що зрозуміло. Пане Оксі, я вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Олексій Остенко, народний депутат України з фракції Слуга народу, був гостем нашої студії. Всім міцного здоров'я, оптимізму і, будь ласка, бережіть себе.